Здравствуйте, мои юные друзья. Сегодня мы решили послушать песенки, две песенки. Одна будет на японском, а вторая на русском в переводе. Ну, мы вначале решили послушать японский вариант, а потом русский. Ну и как бы оцените, какой нам больше понравится. Итак, погнали. Кстати, хорошие песенки получилось, особенно когда они вдвоем. Или я уже привыкла к японскому фольклору.
Ну, скажем так, песенка удалась. Песенка была совсем не похожа на то, что мы слушали до этого. Вот, ну, как бы... И вот две девочки исполнили, и когда они читали вместе или пели они вместе, а это вообще было, ну, так вот, как бы звонко, ярко и так вот, высоко. Вот. Ну, давайте посмотрим. Мне всегда кажется, что русская версия, она теряет именно вот этот вот какую-то изюминку японскую. Ну, давайте узнаем. Я его тоже, кстати, так как я любитель аниме, и опенинги на оригинале для меня лучше, чем на русском, но разочек на русском тоже можно послушать, чтобы понять вообще. Ну, давай. Да, она сама пойдет дальше. Это один плейлист. А, да? Да. Ну, давайте, узнаем. Она? Наверное, не знаю. Дэйн Сап? А, нет, не она. Я дурак, это она. Это она. Сердце разбито навсегда, и осколки не собрать, но следам слез горьких высохнуть пора. Мы чувства осушив, не зарыдая вновь. Забавна ли неправда и нам смешно? Мы словно в лабиринте запутанном всю жизнь нуждаем, и выход не найти. Тьма, сгустившись вокруг, преграждает нам путь. Мир прогнил, и ты сам на себя свалил этот груз. Все так, и мы вот-вот утонем, не оставив и следа. Стоим на грани, но привычно вдохнув, мы сумеем спастись и просто жить продолжим, чтобы все пройдет до финала дойти. Человек и сегодня, и завтра никогда не изменится это. И... Хорошие слова. Лишь осознать и принять, что у каждого свои причины тяжко вздыхать. И тоже человека все, только слабо свое признавать. Не желаешь упрямо, но ты светил душой и молиться готов. Купая за любого человека даже не спрось. Кстати, хорошая песенка, кстати. Ну, она, конечно, совсем не японская. Ну, хорошо, что мы ее тоже послушали. Сеял сам, то и будешь ты пожинать. Все, что произошло, неприятно, потому хочешь убежать, просто хочешь жить. Если миг наступит и захочешь убежать, то не спеши, через мол прорывайся. В этом мире большой, отыскать не позволь. Одной главной причиной, почему был рожден. Дорогой без конца, но даже в ней найдется нужный момент. Вне времени пространства, все закончив начнем. Только помни о том, что за этой жизнью новая жизнь придет. Подожди, нельзя утонуть, как мы не хотим. Только несмотря на это, мне стало дышать труднее. Чтобы умереть однажды, кто же мне сказал? Если правда
разлучит, не разлучит ничто, и сердца понесут будут биться в темных очередах, долетят не спеша, и вижу я на стенах грязь. Только мы прямо в лабиринте линии с тобой проведем, что наш мир отделяет. И за этой чертой распустился цвета, который озарит тебя своим светом готов. Вот так, друзья мои, что я хочу сказать. Вот так вот, такая получилась песенка. Она, во-первых, ну, как бы, ну, с хорошими словами. Поэтому теперь знаем, про что была эта песенка. Ну, очень длинная, и там, и здесь, очень длинная. Вот, поэтому в этом плане как-то, ну, 5 минут многовато. Ну, для нашего русского восприятия. Вот. Ну, а в целом, неплохо, что мы послушали именно на русском языке. Во-первых, узнали, про что та была песенка. Вот. Во-вторых, я все время думаю, когда ты переводишь на русский, это ж надо как-то тебе спеть ее, вложив те слова, которые у тебя там это... И попытаться подогнать под рифму. Да, под рифму, чтобы попытаться подогнать, и чтобы у тебя еще и было похоже на ту самую песенку, которую мы слушали до этого. Но в целом неплохо, так что не будем придираться, все было хорошо. Всем пока.